Без разрезов и сложных вмешательств сегодня в Новосибирске представляют так называемую альтернативную хирургию. В течение 2 дней на научно-практической конференции обсудят новые подходы к диагностике патологии легких и грудной клетки и выполнят несколько малотравматичных процедур с прямой трансляцией из операционной. Никаких симптомов не было, обычный ежегодный профосмотр по работе. И вдруг на флюорографии обнаруживают патологию легких. Чтобы поставить точный диагноз, Геннадия Рязанова направили в областную больницу. Туда пришел, посмотрел, как люди ходят с трубочками. Это, конечно, как-то боязно было. А потом сказали, что... Ну, а когда вчера все это прошло быстро и безо всяких последствий, никаких трубочек и ничего, все спокойно. Геннадию Ивановичу выполнили трансбронхиальную биопсию легочной ткани. Взяли фрагмент через прокол стенки бронха. Такие вмешательства сложнее для врача, дороже по вложениям для клиники, но куда легче для пациента. Не 2 часа находится на операции, иногда хватает и 5 минут. И времени для восстановления требуется гораздо меньше. Столичные эксперты такие процедуры выполняют амбулаторно. Потребность большая. Это и онкология, и заболевания органов дыхания. Это так называемые интерстициальные заболевания легких, когда много заболеваний имеют одну и ту же схожую клиническую картину, одну и ту же схожую рентгенологическую картину, и только морфологическая верификация, то есть только получение материала позволяет именно узнать, что это за заболевание, и выбрать правильную тактику лечения. В Новосибирске в течение 2 дней ведущие врачи страны обсуждают высокие технологии на стыке специальностей – пульмонология, торакальная хирургия, рентгенология и эндоскопия. Это возможность заглянуть за стенку бронха, заглянуть в то, что окружает трахею бронхи, с помощью ультразвука сделать точную биопсию. И второй момент – это холодовая биопсия, то есть биопсия легкого с помощью заморозки. То есть это достаточно. Ну, я думаю, что в Сибири это будет одна из первых таких биопсий. Теория и трансляция из операционной. Осваивают передовые методики по международным стандартам, но признают, каждый человек уникален. И говорить о стопроцентном успехе этих технологий пока рано. Доля разреза все равно будет около 10-15% составлять, потому что информативность методики она не превышает 90%. 10% все равно остается на какой-то более инвазивный метод. Однако, если мы говорим про реальных людей, а не просто про цифры, для каждого человека разрез – это все-таки и психологически достаточно тяжело, поэтому именно знание того, что это без разреза, помогает как бы проще пойти на диагностическую процедуру. Такая методика обязательно будет востребованной. Только в Новосибирской области в подобных исследованиях ежегодно нуждается не менее 1500 человек. Наталья Цопина, Александр Меняйло, новости ОТС.